Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу поделиться с вами, как замаскировать лицо. Вот как видите, у меня все высыпало. Такое случается не всегда, я не знаю, что-то я съела уже второй раз. Первый раз вот меня высыпало так, потом все зажило, остались там покраснения. Снова я что-то съела, и снова меня высыпало. Я не понимаю, что я съела, но снимать надо. Выглядеть хорошо надо, и у меня есть свой секрет, вот я его в целом уже реализовала сегодня, да, до этого как бы разными средствами пользовалась, в общем, наконец-таки я нашла, как это все замаскировать, особенно на камеру все будет замечательно, вы увидите в следующих видео, ничего не будет видно. Итак, что делаю я? Сначала я увлажняю лицо. Сегодня я воспользуюсь увлажнителем 24 часа. Это белорусская косметика. Она, значит, генератор увлажнения для всех типов кожи с эффектом лифтинга. Так как я уже готовлюсь к этому времени. Если вы используете BB-крем, то не обязательно прям супер сильно увлажнять кожу. Поэтому дальше я буду использовать BB-крем от Garnier Lite. Так как я никуда не собираюсь сегодня, я буду его использовать. Так, я люблю больше Maybelline. И спонжик вот такой вот. Тоже всегда по-разному, иногда я пользуюсь кисточкой. Но сегодня хочется спонжика. Итак, мы увлажнили нашу кожу, нанесли BB-крем, это стандартная процедура. Теперь же самый секрет, который использую я. Вы знаете, раньше я использовала пудру Guerlain, их уже не выпускают, и похожих, ну, как бы я не нашла, я не стала уже экспериментировать, потому что они не дешевые на самом деле. И случайно так взяла недорогую, хотя уже сейчас относительно недорогую, уже средняя цена, Max Factor пудру. Вот такую. У меня всегда был цвет натурал. Вот. Сейчас я взяла себе 01, так как я очень светлая. И вы знаете, пудра Guerlain, которая у меня была, она мне нравилась чем? Тем, что вот просто она лежит у меня в сумочке, да, там посмотреться, что-то припудрится, также там могут быть какие-то покраснения, еще что-то, где-то синяки под глазами. Я могла выйти не накрашенная. И если вдруг мне нужно было срочно быть накрашенной, то эта пудра была у меня за все. Она была за корректор, за пудру, за маскировочный вообще. То есть все, она сразу делала лицо. Дальше нанести буквально тушь и румяна, и все, вы прелестные, без всяких изъянов. И вот сейчас я встретилась с Max Factor, и на самом деле, когда мне пришлось, такой момент настал у меня в жизни, я тоже ей воспользовалась, и она, как вы думаете, она оказалась как моя любимая Guerlain. Но главное в этом во всем, это подобрать цвет. Итак, я взяла сейчас 01. Я не буду использовать никаких корректирующих средств. Я просто эту пудру спонжиком, потому что спонжик ложится более плотно. Он будет маскировать более плотно ваши вещи. Видите, вот у меня здесь более крупный, прям красный такой, да. Вот здесь вот такие вот заживающие уже, весь подбородок красный. Вот, нам нужно все замаскировать. И кисточка, она будет более тонко ложиться, да. Мы берем спонжик. Итак, приступим. Как вы видите, эта пудра сделала свое дело. Она сделала мое лицо просто идеально ровным. Оно такое же и в зеркало. Но мы замаскировали все, да, достаточно тонко все, да, кожа мягкая у меня. При этом, ну, я не чувствую дискомфорта какой-то. У меня нет отличия от шеи моей, что самое важное, потому что в прошлом у меня было отличие, когда я натуралом уже красила. Но теперь самое главное нам сделать форму и все остальное. Итак, мы возьмем контуринг.
Контуринг я возьму свой любимый. Это от Maybelline. Потому что он такой легенький, более натуральный. И делаем тени. Под теми местами, где мы обычно наносим румяна. Также сделаем немножечко тени здесь, чтобы более овальное лицо сделать и более острый подбородок. Дальше сделаем тени на виски, тоже где у нас тень падает. Можно немножечко уменьшить лобик. Ну и контуринг носа. Вот такой кисточкой. Плоской, синтетической. Ну и можем немножечко шею. Итак, вот мы сделали контуринг. Все остальное мы делаем по стандарту. Это румяна, хайлайтер. Управляем наши бровки, рисуем тени, реснички и губы. И наш макияж будет завершен. Самое главное, в общем, мы сделали. Мы замаскировали наши самые главные участки. Да? Это под глазами без корректора. И это самая проблемная зона. Вы видели, что было в начале. Я покажу вам, кстати, до и после. С вами была Селена Свей. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Будете использовать мои, в принципе, недорогие такие вот находки. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк. И увидимся в следующем видео. Не забудьте подписаться, чтобы не упустить его. Пока-пока!